Ребята, всем огромный привет! С вами Маша. Я рада, что вы заглянули на мой канал, потому что сегодня я покажу вам свою распаковку с продуктового магазина. Ну что, вы готовы? Опа! И первая покупка – это водичка, которую я обожаю, с алоэ вера. Кто такое любит, ставьте пальчики вверх и пишите в комментариях. Я, кстати, по пути забрала свою посылочку долгожданную, это косметика, которую я сделаю отдельное видео и сниму вам распаковку своей любимой косметики. Ну что, давайте заглянем, что у меня в сумочке. Давайте скорее уже распаковывать. Ну и первое, что я взяла, это долгожданную голубику, я ее так уже хотела. Следующее я взяла коржики, буду готовить торт. Такой вафельный тортик с сгущенным молочком. Кстати, напишите, пожалуйста, кто размешивает сгущенку вместе с маслом. Я просто пробовала такой тортик, он менее сладкий. И вот думаю, смазать только сгущенкой или все-таки разбавить со сливочным маслом. Взяла вот такие вкусные ягодки, жимолость. Они просто обалденнейшие. Это мои любимчики. Чтобы не казалось мало, взяла аж две. Взяла две пачки масла сливочного, пачку макарон, это мои любимые, они очень быстро варятся, хоть это и спиральки, обычно спиральки дольше варятся, но эти варятся до 5 минут. Взяла вот такие прокладки, кстати, это мои любимчики, они с хлопковой поверхностью. И они просто супер качество, тело дышит, не преет, они вот просто дышащие за счет своей хлопковой поверхности, они мне просто очень нравятся, я когда их где-то вижу, обязательно. Ну и взяла свою любимую пасту, Лакалут, взяла аж 3 штуки и взяла себе креветок, очень прям хотелось, давно их не ела, наверное. Вот такие продукты я взяла сегодня на рыночке. Ребят, напишите, пожалуйста, как вам такой формат видео. Хочу показать вам, зацените мой лук. Обожаю такие рубашки на лето, потому что они помогают не спалить себе плечи. Мне очень нравятся такие рубашечки. На этой ноте прощаюсь с вами, до скорых встреч, пока-пока!